Всем привет! Сегодня на обзоре мега популярная трехцветная база под макияж Jomtam. Начнем, наверное, с того, что она китайская. Информацию о производителе и тем более составе из упаковки не представляется возможным получить, если вы китайским не владеете. Приходится доверять информации официальных продавцов. Состав проверим чуть позже. Такой, видите, объем. Цена, внимание, от 150 до 700 рублей, смотря где берете. Дешевле всего выходит на маркетплейсах типа Озон или Wildberries. Давайте распакуем. Это герметично упакованное средство с дозатором. За это плюсик. В виде таких вот разноцветных шариков. Здесь все основано на цветокоррекции. Фиолетовый перекрывает желтоватый цвет лица и такую землистость. Зеленый призван скорректировать покраснение, ну и сам тон. Выдавливаются они все параллельно друг к другу и смешиваете вы уже все это непосредственно на коже или на руке перед нанесением. Выглядит довольно плотно, но это быстро впитывается, усаживается и довольно, в принципе, комфортно ощущается. Сейчас вы увидите две руки и разницу при одинаковом свете. Слева как будто светлее и равномернее тон. Перед нанесением на лицо смотрим состав. Сайт проверки состава отметил ингредиенты, по которым он не пропускает это средство как натуральное. Однако, если в них все провалиться и посмотреть, то три грешат возможным раздражением, и лишь одно вещество сайт отмечает как токсичное. Опять же, я лично иероглифы читать не умею, где сам состав на продукте и кто переводил, мне непонятно. Давайте нанесем на лицо. Два нажатия мне хватило для полного покрытия. По ощущениям, знаете, как BB-крем. Запах присутствует, такой косметический парфюмерный масс-маркет, довольно прилипчивый, его потом чувствуешь на коже, вокруг, но неприятным его назвать нельзя, скорее такой недорогой. Ну, нормальный. Вот так выглядит лицо, если рассматривать это как самостоятельную тоналку, то покрытие при всех этих радужных шариках у нее не плотное. Это скорее BB, какие-то супер проблемы не перекроет. Если вам нужно плотнее, то сверху можно еще нанести свой тон. Подойдет для кожи без особых проблем, без воспалений, если вы нормально переносите силиконовые кремы и не получаете от них такие мелкие закупоривания. В остальном, как знаете, масс-маркет средства за такую цену, это веселая штучка для разнообразия, интересно. Помещу в плейлист покупки и находки. Больше обзоров смотрите на канале. Пока!